Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые гости. Я недавно устраивал опрос в моей группе, стоит ли продолжать сезон Я один. Я, короче, переустановил полностью нафиг весь Майнкрафт. У меня вылетела сборка, в общем-то, случае. Я переустановил. Карту я, конечно, сохранил. У меня произошла какая-то хрень. У меня пропали все вещи из кварца, и мало того, у меня появилась какая-то фигня, которая при нажатии этой клавиши появляется вот такая фигня. Это просто капец, короче, у меня их три. Вообще не знаю, что, для чего. Самое интересное то, что их теперь сложить еще нельзя, вообще отлично просто. Ладно, возможно, это для чего-то и пригодится. Давайте соберем их. Также у меня вылетело все полностью мои эти. Вот он, мой один персонаж. Больше у меня вообще никого нету. О, капец, я вам скажу, ребята. Нам надо как-то с вами потихоньку выбираться наверх. Ну тут я хотел это вскопать. Так что давайте потихоньку наверх стремиться. Что другого выхода я, в принципе, и не вижу. Наверное, вам темно. Ну-ка, сейчас светик. Настройки графики, хотя и так яркая, маленькая. Или нет, очень близкая. Дальняя. Давайте дальнюю поставим. Так, где верх? Капец, у меня просто солнце на монитор светит, я нифига не вижу. Все, я приехал, короче. Надеюсь, это не пещера. Это там не пещера? Я не знаю, что это, но я туда не полезу. Кстати, скорее всего, это последняя серия, ребята. Возможно, кто-то, кому-то это и обидно, кому-то наоборот, наконец-то закончил эту хрень снимать. Да. Блин, капец, где тут выход? Железо нашел, отлично. Нахера мне железо? Если это все равно последняя серия. Смысл-то от него вообще? Охренеть. Сколько железки. Ну-ка, у меня факел есть? Нет, конечно, у меня факела нету, потому что у меня палочек нет. Это хреново. Наверное, вы сейчас думаете, фу, скучно, типа. Я не виноват, ребята, у меня реально все вылетело, сборка моя вылетела. Пришлось переустанавливать. Надеюсь, там уже скоро свет будет. О, да. Почему-то у меня сохранилось именно там, где я собирал алмаз. Я вообще не знаю, в чем это. О, все, уже скоро. Скоро, ребята, скоро. Все, все. Я уже слышу звуки цивилизации. О, да. Наконец-то. Боже мой. Страшил. О, боже мой. Где мой сундук, черт побери? Он же где-то тут был, да? Я тут всю свою еду, весь свой... Как это называется? А вот все, нашел, отлично. Так, я не понял, я сундук тогда не делал? Нет? Или он исчез? Не говорите, что он исчез. Нет, я вроде не делал до этого, да? Походу это старая запись, которая была маленько давно. Или нет? Или я что-то путаю. Скорее всего, мы сейчас... Блин, и что мне делать, а? Выкинем. Отойдем. Верстак. Где верстак? Вот он. Ладно. Сюда поставим его. Так, сделаем два сундука, двойной сундучок.
Сложим просто все сюда. Кстати, играя с текстурпаком, если что. О, кварц появился, охренеть. Я думал, вообще не будет. А, может быть, он, кстати, был, я просто не заметил. Здесь слепошары. Ладно. Одно золото. Отлично, это нам много чего даст. Скорее всего, да, скорее всего, либо это последняя серия, либо следующая. Сейчас я попытаюсь сделать... Чё, да, два золотых блока. Как, кстати, вейпоинт? У меня все вылетело, а вот двоечки. Потому что уже просто бессмысленно давать названия какие-то там сложные или несложные. Просто бессмысленно. Так, ладно, все равно нам нужна лава и вода. Так что сейчас я... Погоди, у меня топор... Топорчик, топорчик. Вот он, мой топор. Ну, сколько дерева. Так, неплохо. Надеюсь, хватит нам. О, какой скин-то был, не сделал, да? Кстати, в лаунчере Тома у меня почему-то маска не прогружается. Тут у меня все нормально. Моя маска прогрузилась. Маска Джейсона, который я убил его, отрубил ему две руки, потом стырил эту маску, а его сжег. Ну, по крайней мере, это моя история. Как все было. На самом деле все было так. Я увидел Джейсона, потом решил убежать, от него убежал. Он поскользнулся, его вошняя маска резко выпала, я подошел, забрал маску и убежал с криками. Вот так все и было. Но это неправдивая история, если вам будет Джейсон. Кстати, кто такой Джейсон? Это из фильма, не помню какого точно. Ну, знаете, как его? Чувак, у него еще там были такие, как бы, за место рук. Ну, как у Росомахи, что ли, такой у него за место пальцев были. Ого, там зомби бегает. Как у Росомахи, только у него были пальцы. Да, пальцы такие, лезвия. Сейчас, если вспомню, скажу вам. Ого, сколько золота-то. Я богатый, блин, как золото-то неохота тратить. Я вообще никому не даю золото. Ну вот, потому что я не хочу это все долго продлевать, когда меня там хера, блин, как я от него буду убегать, ребята, потому что это просто бессмысленно на такой сборке играть. Ну, не в том то, что бессмысленно, то, что большинство модов, которые тут стоят, я их не знаю, и вот эти коровы, почему они спавнятся, черт побери, когда они, я даже херобрина еще не вызвал, но они спамятся, они буквально везде, какого черта. Это так нервирует, это просто капец. Ну, хотя нет, нормально как бы. Нормально, да. О, кстати, хватило, удивительно. Даже не посчитал, я думаю, не хватит. Теперь надо сгонять в ад, добыть что-то там. Блин. Где моя... Блин, я же хотел алмазную кирку сделать. Где все? А, о, господи. Вообще ни хера не увидел. Мне просто солнце отсвечивает, я нифига не вижу. Три алмазика на всякий тут случай оставим. Делаем там все из кварца. Так, блоки, кстати, тоже лучше оставить. Блин, а я что все сложил-то? Идиот. Взял нафиг все палки, сложил и дерево. О, кстати, да, наконец-то. А почему у нее урон же... Ну-ка, 5. Она как железная получается. А меч тогда? Погодите. Я не понял, это не тот мод, который я устанавливал. Какого хера? Я просто переустановил. Они были как алмазные, теперь они как железные. Ну ладно, тоже неплохо. Так, чё? Чё ещё-то? Ну давайте еще одну кирку замутим. Вот все. Теперь погнали в пещеру. Хотя нет, надо взять угля, наверное.
Сделать. Факела обязательно. Опа. Иди сюда. О, что такое? О, смотрите. Сейчас, подождите. А, нет, нормально. Да, нормально? Да, нормально, два блока. Потому что у меня вчера какой-то баг был. Короче, убил зверька. Ну, любого, зомби того же. И у меня почему-то он видит, как будто, как я на одном блоке. Ну, короче, я с размером. Он мне показывал, как будто я с размером одного блока. Ой, еще один. Нормально же стоит или нет? Да, нормально, отлично. Это мне надоело на легком играть. Не понял, где-то опять еще зомби идет. Идем в пещере. Вот тут он, вот. Ты что смотришь, а? О, нет, только не в это превращусь. Уже в себя превращусь. Я красивее так. Да сколько вас тут, а? Иди отсюда. Иди отсюда, да. О! А, у меня еда закончилась, я думаю, что он такой звук издает. Да блин, сколько вас тут, а? Я не понял, тут спам или кого? Какого хера они тут все спамятся? Я не знаю, ребята. Там еще один. Или это в пещере? Так, чего я хотел-то, а? Не знаю, давайте все доски заберем. Весь уголь забрали. Все, теперь пошлите. Мне надоело стоять на одном месте. Тем более, waypoint поставили. Это... О! Ну, звук, конечно, он издает такой. Я накачался. Так, погодите, блин, гнилую плоть взял. Так, а где моя пещера? Я не понял, это не та пещера. Зомби идет, походу, за мной. А, не-не-не, там, я думал, не та пещера. Мне надо сейчас летучую мышь найти и убить ее. Ну, конечно, я тут найду везде факела понаклеил. О, нихера себе! Я даже не заметил, как я упал. Ладно. Типа, это никто не видел. Так, мне надо всего-то найти лаву. Вон там есть лава. Вот я олень! Я же ведерко не сделал. Хотя, ладно, потом... Чего добудем? Да, блин, ну вот я. Ладно. Я вот такой иду, иду. Вот что-то не хватает. Тут прямо что-то. Что-то не взял, да? И тут такая, опа, ведерко где? Где ведерко? Сейчас такие подписчики. Где ведерко, Леха? Где ведерко, шмель, а? Почему ты не взял его? Как же так? Летели еще камень добывать. Блин, у меня кошка с ума сходит, а. У кого, ребята, персидская порода кошек? В смысле, мальчик. Приезжайте, прошу, ко мне. Она задолбала мявкать. Ой-ой, что-то FPS подскочнул резко. Железо давай. Кстати, как-то спокойно. Может, из-за того, что я факела везде понахерачил. Реально спокойно, ребята, так. Прям необычно, тебя никто не хочет убить, там, не знаю. Давайте еще факела поставим на всякий случай. Тут реально просто так идешь так спокойно. И никого нету в этой пещере, никого, ни единой души. Кстати, у меня какая-то фигня. Может, в туннеле? Офигеть, у меня теперь даже маленькие туннели появляются. Офигенно. Что тут у нас? Это железо, наконец-то. Я не дождусь никогда. Ведро. Как буду... Нет, на всякий случай больше. А, теперь ТП-шиться, походу, надо, да? Конечно, надо. Шо ж. Читы включить, выживание открыть. Быстрее, ребята, подключайтесь ко мне. Конечно, кто меня найдет. Конечно, меня никто не найдет. Так, что тут у меня? А как ты пишется? А, не помню. Маркер. Маркер, фух, я думаю. Ой, подождите, подождите. Идиот. Тут надо поставить. Ла-ла-ла там. Тоже двоечки. И теперь ты пишется. А, долбаные машины там что-то у меня гудят на улице. Где ты пишется? Хотя, ладно, вот так.
А, вот телепортируется. Охренеть, вы чё тут? Нифига себе, ёлы-палы. Вы чё, охренели? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, иди нафиг, я ж на тебя не посмотрел, какого хрена. Опа, опаньки, опаньки, все, я умнее вас. Где он подо мной прямо. Почему? Какого хрена, я ж на тебя не смотрел. Я помню, в той серии, короче, я дождь не выключил, меня было плохо слышно, так что сейчас я вообще звуки выключу. Что мне делать? Он прям подо мной, я же на него даже не посмотрел, что. Че он такой злой сегодня? Что пауком хотя бы стал. Короче, это не выход, надо спускаться. А, нет, он за мной просто ходит, да, но он не бьет вроде меня. А, нифига себе не бьет. А, нет, это паук меня ударил, нормально. Нифига себе, какой шустрый. Шустрый паук. Иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Вот так себе. Зато нитки отдал. Оп. Факела поставь везде надо. Ну, они охренели, а? Они охренели просто. Ой-ой-ой-ой, у меня сейчас скелет. Ай-яй-яй-яй, прошу, не надо. А, крипер. Идите нафиг, а так было хорошо в той пещерке. Идите вы все, а? Идите нафиг, иди нафиг. Прошу, не залазь сюда. А, да куда ты полез? Он подо мной, походу, да? Да, подо мной. Ладно, давайте телепортируемся, пока он не убьет меня. Не убил меня. Так, во, все мое. Это, наверное, мое теперь любимое место, это пещера, потому что тут никого нету. Ну, давайте я в себя превращусь. Расти. А кашу сегодня ел, так что я быстро подрос. Так, что у нас? Уголь. Зачем? В принципе, ведро есть, хотя ладно, давайте два на все. Или три даже. Да, три, может, не знаю. Ладно. Все, короче, идем. Еще идем туда. Там лава. Кстати, в первый раз, когда я копаю клави, а не наоборот от лавы. Не всего-то. А, кстати, зажигалку еще потом надо сделать. Да. Ну-ка, это как железка? Да, это как... А, нет, или как алмазная копать, не знаю. Ой, капец, как вообще все не видно. Еще надо тут поставить, потому что могут кто-нибудь заспаунить. Смотрите, кстати, как красиво все это выглядит, если смотреть на карту. Сейчас резко-то клава сверху, да? Где она? Так. Вот лава. Так, надо быть. Вот сейчас надо быть реально аккуратно. Так, давайте, знаете, как сделаем? Вот так. Где она? Получается, она где-то вот тут, да? Значит, надо повыше прокопать. Ой-о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 й. Охренеть. Эй, ты чё охренела? Тихо, Вася, нельзя так. Нельзя так, Вася. Прикинь, типа резко бы сверху лава побежала, капец был бы, да? Сделаем как-нибудь так, что ли. Хотя так хуже, походу, да? Ладно, туда прокопаем еще маленько. Тут меня ничто не убьет, да? Погодите, а она маленькая слишком, мне смысл-то от нее. Хотя нет, она нормальная. Так она вроде сверху где-то, да? Давайте. Вот так здесь. Ой-ой, осторожно, прошу. Чтобы сейчас ничего такого.
Она вообще сверху бежит, что делать? Лестницу же я не буду туда копать. Блин, может в моей пещерке там что-то есть. Ну, будем надеяться. 21 минуту снимаем. Ладно, это того стоит. Того стоит, того стоит. Кстати, кварц почему-то больше тебе не спавнится. Нигде вообще его нет. Ой-ой, крипер. Крипеленыш, иди отсюда. Ой, взорвался. Как же так? Блин, я вообще еду не взял, просто так выложил. Погоди, там кто? А, там уличный лучник, нормально, нормально. Отходим вот так. Оп-оп. Иди сюда, прыгай, прыгай. О, молодец, все, теперь хана теперь. Кстати, из этого мода какие-то лучники косоглазые, они нифига не попадают, они... О, не-не-не-не-не-не-не! Нифига себе косоглазые, мне пол хп оставили. Ща, прикиньте, сверху где-нибудь крипер еще падает и взрывает меня, это капец был бы. Вон там был, кстати, этот. Ладно. Над этим закончим, ребята. И, наверное, вам понравилась эта серия. Хотя, если понравилось, то тогда подпишитесь, конечно же, и поставьте лайк. Вот такой большой жирный лайк. Как этот большой меч, наверное. Хотя нет, он небольшой, он маленький. Но все равно поставьте лайк. И подписывайтесь, ставьте лайки. Блин, два раза, три раза повторился. Ну ладно. Подписывайтесь, короче, все, давайте. Давайте. А я жду вас, ваших подписок. Когда вы подпишетесь на меня, и вас будет просто до хрена. И будет больше веселья, разумеется, и всего-всего. Ладно, всем спасибо, всем пока.